Сегодня в школе номер 8 отмечают не только 1 сентября, но и открытие нового корпуса. Дополнительное здание рассчитано на 400 мест. Заполнят их быстро. Только в этом году учиться сюда пришли 100 первоклассников. На вопрос, почему хотел в школу, у каждого свой ответ. Потому что там очень хорошая школа, мне потому что очень хотелось. Ну и все. Чего ты ожидаешь вообще от школы? Пятерки. Мне нравится, потому что первый раз, первый класс, как в песне. Песня другая, но смысл тот же. Сегодня поют не только начинающие школьники, но и старшеклассники. Выпускной класс в этом году здесь один. За парту школьники сядут впервые, после дистанционного обучения. Получать образование в режиме онлайн понравилось не всем. Обучение качественнее все-таки, когда не дистанционка. Мне не нравится эта система образования, домашняя дистанционная. Вот, потому что, мне кажется, то, что выполнение домашнего задания, которое нам задавали, оно никак не влияет на непосредственное познание. Громче звени наш первый звонок. В жизни нам сотни открытых дорог. Каждый по сердцу находит пути. Важно суметь их достойно пройти. С первым учебным днем школьников пришел поздравить глава города. Первоклассники, внимание! Я свою первую учительницу помню до сегодняшнего дня. Вот я хочу, чтобы вы с этого дня, когда возьмете за руки, когда зайдете в класс свой, запомнили свою первую учительницу на всю свою сознательную жизнь. Со своими учителями многие первоклассники уже познакомились заранее, а вот друг с другом еще нет. Это им предстоит уже в учебных кабинетах. Для каждого школьника подготовили подарочный набор. Для некоторых этот праздник особенный и по другим причинам. Например, Варя Аникина сегодня отмечает день рождения. Девочке исполняется 7 лет. Превзойти своего брата – вот главная цель школьницы. Хочу примером научиться, потому что мне брат всегда надоедает. Ну, вот он говорит, что я тупая, а я говорю, что я умный. Пример 20, я вот хочу в школе научиться. Чтобы быть умнее его. Да. Пристройка в два раза больше основного здания, более 5000 квадратных метров. Школьников ждут просторные классы, новая мебель, техника и не только. Новый актовый зал, новая большая столовая полного цикла, спальни, которая позволит детям отдыхать первоклассникам в группах продленного дня. Игровые, где тоже все уже оборудовано и готово к учебному году. В этом году в Королеве появились 3 пристройки к школам. Помимо этой, дополнительные здания возвели у 5-й гимназии в Юбилейном и у 9-й на Кооперативной улице. В общей сложности 3 новых корпуса рассчитаны на 1000 мест. Иван Чинаев, Михаил Зелепнев, Евгений Смирнов, Королев ТВ.